Ну что ж, друзья, я готов к выходу. У меня сегодня где-то в районе, наверное, 7 часов для того, чтобы попутешествовать по горам, но налегке. Лагерь снял, рюкзак в скалах спрятал и попробую сегодня зациклевать циклический такой круговой маршрут, сделать по горам и вернуться сюда же, в эту же точку для ночевки. Вот. Ну, стартовать я буду, по всей видимости, вот по этому каньону. Каньон, конечно, глубокий, метров 10-15, наверное, глубиной. Даже не ожидал, что это будет прям каньон. Вади каньон. Так что сегодня предстоит, видимо, интересный день, день открытий. Посмотрим, что он принесет. Ну, пришел я вчера именно оттуда, вот из-за этих двух хребтов параллельных, которые прикрывают это место от цивилизации. За ними, собственно, хатта и дорога. Ну вот, друзья, обратите внимание на этот замечательный суккулент. Какая красота, да? Абсолютная приспособленность к сухому климату. Но мне кажется, что это эуфорбии. Какие-то эуфорбии. Вот они обычно вот так вот выглядят. Хотя я могу и ошибаться. Но вообще очень похоже. Да, еще хочу отметить, что в целом вот в том месте, в котором я сегодня брожу, рельеф весьма и весьма непростой. Такой прям каньон-каньон. Все пересечено. В общем, не факт, что я вообще пройду туда, куда я хочу. Здесь вот такая тропа, по сути дела, вдоль каньона. Все очень довольно-таки так, я бы даже сказал, экстремально. Ну вот, друзья, оттуда с расщелины начинается вот это вот вади, с такого небольшого русла. И потом в конечном итоге вот там внизу превращается в этот каньон глубочайший, глубиной 10-15 метров. Вот я поднялся сюда. Сейчас буду подниматься еще выше, а пришел я оттуда снизу, вот, издалека. В общем, такой хороший фитнес, я хочу сказать. Прям хороший. Ничего не скажешь. Сейчас вот буду наверх карабкаться, посмотрим, что там, какой вид оттуда открывается. И откуда, собственно, начинается этот сброс материала и воды, которая падает в виде осадков. Но вода вообще на самом деле тут редко бывает, конечно. Ну, я думаю, что где-то в феврале тут, когда проходят ливневые осадки, там 2-3-4 раза в месяц, может, здесь появляется вода, собственно говоря. Проходит, промывает все, стаскивает материал, и все, и высыхает в конечном итоге. Ну, потому что это все-таки пустыня. С осадками тут напряженка. Ну вот, друзья, достиг седловины, вершины фактически, между двумя хребтами. Пришел я вот оттуда, снизу. А вот там далеко-далеко за последним задним хребтом виднеется уже хатта, собственно. Вот. Здесь очень-очень красиво, солнечно, но при этом ветрено. Просто супер.
какая красота, а? Ну, с ума сойти просто. Просто чудо какое-то. Вот мы, собственно, пересекли хребет, который отделял меня от этой части гор. И вот пошло вниз очередной сброс материала. Ну, чудо просто, друзья. Красота.